Армавир. Против вас играет учитель русского языка и литературы Татьяна Шумкова, город Армавир, Краснодарский край. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки! Я сейчас нахожусь в ресторане «Турандот» в Москве и заказала свой любимый венский штрудель. Говорят, что опытные кондитеры рекомендуют новичкам при приготовлении венского штруделя использовать газету. Внимание! Вопрос. Уважаемые знатоки, для чего она им нужна? Для чего? Время отмеряем. Время отмеряем. Газета и штрудель готовы. Да. Может быть, тесто по ней заворачивать? Всю газету надо прочитать. Толщина теста. Толщина теста должна на детском случае газета повеста. Оно же слоеное. Оно же слоеное. Ну, газета тоже слоеное. Да, да. Итак, все. Тишина. Кто отвечает, Балаш? Михаил Скипский. Прошу, Михаил. Мы считаем, что... Ну, мы видели штрудель, который является таким пирогом из слоеного теста. Таким образом, значит, газета необходима для того, чтобы быть эталоном толщины этого слоеного теста. Эталоном толщины. То есть нужно такое тонкое тесто изготовить, как газета. Точно. Вы представляете себе толщину газеты? Да. Если аккуратненько раскатывать, то все получится. Но тогда все-таки, наверное, газетный лист, а не газеты, да? Ну... Одного там ж толстая газета-то была. Ну да. То есть такая толстая, как это, то есть тесто должно быть такое толстое, как это газета. Газета должна быть эталоном, да, газетный лист – это эталон этого толщины этого листа, из которого потом заворачивается этот рулет штрудель. Ну вы согласны, что там была толстая газета? Да, согласен. И вот такой толщины должен быть тесто. Газетный лист, да, я согласен, что, так сказать, я несколько говорил. А теперь, внимание, правильный ответ. Возвращаемся в ресторан «Турандот». Внимание на экран. Обучая начинающих кондитеров, наставник требует раскатывать такое тонкое тесто, чтобы через него можно было бы прочитать газету. Через него прочитать газету. Вот в чем дело. 1-0. 1-0 в пользу телезрителей.